Ребят, всем привет! На связи Ультравыхлоп, и меня зовут Игорь. И сегодня мы вам покажем, как звучит эта Porsche Panamera 4.8. Это пушка, это заряженная бомба. Мы здесь прокачали выхлоп, установили даунпайпы, убрали резонаторы, переделали банки на прямоточные. Не будем долго тянуть, давайте посмотрим. Конечно, для этой клевой задницы нужен клевый звук. Здорово. Здорово, Игорь. Да. Скажи, пожалуйста, как тебе? Первая эмоция была, как на нем ездить. Я, как завели меня, показали, я вообще не понимал. Звук дикий, громкий, вкусный. Я сел, я чувствую, как подо мной все бурлит, асфальт кипит. Но это того стоит, звук офигенный. Наверное, на дорогах два типа, как на меня смотрят. Кто-то оценивает, да, круто, и кто-то, нет, не круто, ты слишком громкий, парень. Ну, а в целом я вообще доволен. Ты уже проехал, получается, месяца три уже на этом выхлопе. Да, да. Скажи, ну вот, не надоел ли он, или ты хочешь что-то поменять, или ты хочешь так? Нет, он мне не надоел. Я тебе даже скажу, что я привык, мне периодически кажется, что он даже тихо как-то работает уже. Нет. Такой звук не может надоесть. Ну, громче мы уже не сможем сделать, ребят, потому что здесь полностью прямоток, здесь стоят даунпайпы, все сварено на аргоне, дальше убраны резонаторы, и банки, они просто сделаны прямоточными полностью. Поэтому это тот максимум, который выжимает 4.8 турбо Panamera. Сейчас мы прокатимся вместе с Камилем и посмотрим в динамике на звук, посмотрим на ощущения от, ну, действительно, скорости и звука этого автомобиля. Поехали. Конечно, не все довольны от этого звука. Кому-то там как дискомфорт он называет, у кого-то, который так вот стоят в потоке. Нет, она, понимаешь, она тихо работает, если ты вот сейчас. Да, вот мы стоим, ее не кайфово. Слышно. Потом да. Начинаешь, да, где-то 2-2.5, он начинает уже раскрываться. Раскрываться и давать о себе знать. То есть, в принципе, если две держать, то я думаю, что все будут без напряга. Если в 3 утра приезжать, да, домой. Все смотрят просто, это охерительное ощущение. Просто все смотрят, все оборачивают. Все они, понимаешь, они усиливаются, когда ты слышишь этот звук. Да, да. Они прям... Ты в ходу, ну, на ходу. Ох, прям... мурашки прям такие. И вот это вот ощущение полета, оно еще вот сопровождается вот этой мощностью звука. То есть оно так... Ух, это, конечно, охеренно. Спасибо тебе. Да, спасибо. Ребята, и вот мы послушали звук. Это мега просто бомба. Это крутая тачка с крутым звуком. Вы услышали мнение владельца. Действительно, ну, божественно просто, божественно. Если вы хотите также, приезжайте к нам в компанию Ультравыхлоп. Мы прокачаем вашу тачку. Не забудьте подписаться, ожидайте новых роликов, ставьте лайки или пишите в комментариях, что вам понравилось или нет. А мы с вами прощаемся. Всем счастливо, всем пока.